Да, как обидно, как Да, досадно. сжигалка, да. Да, еще 50 минут. Вячеслав Витек, приветствую, Сжигалка. Вячеслав. Сережа, что Берсерка же ты сыграл. делаешь, да? Это слишком опасный соперник для Так. Берсерка. Да, есть такой вариант. Так, сюда. Есть такой Еще вариантик. бит, давайте так. Давайте так. Можно юзать. Так. Юзать можно юзать, да? Так, не Так, знаю, слон слон g5, да? g5. Слон e7 обычно как-то. Давайте так, да, все-таки пойдем. Задумался Вячеслав. Давайте покрепче Да, ну есть такая сыграем. система. Много партий тут у меня было. Так, ну тут слон g2, слон g2. Так, слон g2, наверное, Давайте просто d6. да. Ушли в короткую. h6. Спокойно, план Да, сбить. вот такая вот штука. Давайте b4 сразу Сюда. пойду. b4, я вот не уверен, кстати, что это хорошая идея, потому что b4, где-то ладья пешка c4 может d1. расслабиться. Ладья Давайте так пока. d1, да. Тут конь Ладья на b6, пешка b1, ферзь c4. b3. Может быть, не самый b5. Ну, такой b5, наверное, уверенный в себе рановато, да? женщиной. Так, ферзь c5 Так, какой-то пока даем ход, наверное, время тоже не Вячеславу. туда. Нужно побеждать обязательно. Так, интересно, долго нельзя думать. 522 зрителя. Вот в чем Очень нужно проблема. нам побеждать. Александр Кадяков, приветствуем. Долго Александра думать Кадякова. нельзя. Так, сюда. Ну, давайте ладья c8. b5, может, уже d5 пойду. Сюда, менять слона. Ну, хорошо, это, я думаю, мне на руку должно быть. Давайте конь e5. Так, конь Ферзя на b8. е5. Мне кажется, у меня уже просто лучше, Конь поприятнее играть. У е5. Вячеслава достаточно много. Надо Конь следить за королем, е4 надо там, следить за наверное. пешкой. То есть больше у него Все это проблем. не очень хорошо, да? Ну, b5, может, Ферзь d5 даже. b7 там какой-то шах. Тоже, по идее, у меня поприятнее чуть-чуть. Ладно, пока Так, уйдем. профилактику делает он. Заранее уходит. Так, что мне сделать? Ну, давайте, может, как-то h5 защитить на фигуре будет. h5. То есть, если Атакуют пешка дойдет до h3, будет немного меня, неприятно. Пишет на однако. такой гости, будет матовую угрозу создавать. Атакуют Но меня, h4 это поле однако. g4 мне предоставляет. Давайте так Так, пойду. сюда. Давайте так. Давайте так. Так, и что? Так, спил. Что это такое? Ну, не знаю. Спил. Не знаю, что это такое. И с чем его едят, да? Так, что ж мне И с делать-то? чем его едят? Так, да, Нападаем на ферзь пешку. b7. Я видел этот ход. Неприятный, надо заметить. Сюда. Конь c7 и Неприятненький. конь e5 очень неплохо выглядит, мне кажется. d5. Давайте, да. То есть на ладья d6, конь Конь e5, слон f3. d7. На f-то как-то так. Вот Конь его пугать. f3, d7. там конь b6, d5. Интересная Конь позиция. d7, f4, Вячеслава, h3, все-таки да? времени поменьше. Цепнотия находится. Опасно. Минута, у меня минута 40. Это серьезный Опасно, перевес по друзья. времени. Значит, мои Ладья шансы d6, да, там тактику какую-то фактически придумал. шансы выше. 566 H3. зрителей. Хорошего всем настроения. Хочу конь e5, F4, очень H3 неприятный ход тоже, да. навалиться сюда. То есть даже жертвую пешку ради Да, этого. это может быть неприятно на самом деле. И сейчас Это d5. может быть очень Тут неприятно. у Вячеслава короля прослаблена, пешка это всегда создает где-то предпосылки для неприятных угроз. Да, что-то я фигню какую-то Тут еще наиграл, ладья в честно игре, вам что, друзья? признаюсь. Мне это очень не Так, нравится. сюда. Еще и по времени проседаем. Давайте так, и конь c4. Еще и по времени Да, у меня, проседаю. наверное, огромный здесь перевес. d4 просто. Ладья Да, сюда сейчас пойдет. d4. Пешка на f3, соответственно. Да, Да, просто что-то это выигранная все позиция. Не печально. лучшая партия Вячеслава. Все, пора сдаваться, Печально потому это что... все. Ну, потому что, по сути, здесь мы... Ой-ой-ой-ой-ой, Да. да. Повезло, Посыпался друзья. еще и пешка зевнул. Достаточно четко переиграли. Да, ладно. Здесь Да. мы не теряем время. Ваша честь, Но здесь побеждаем, переиграл, как да. говорится, Вячеслава Витика. Здесь переиграл, 580 у ничего не нас зрителей. скажешь. Хорошего всем настроения. Не забываем, друзья, Здесь ставить лайки, переиграл, подписываться на ничего канал. не Вырываемся, кстати, на первое скажешь. место. Даже несмотря на супер обидное поражение от Артема на Берсерке. Тогда